197 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Югре за прошедшие сутки. В Сургуте заболели 34 человека, в Ханты-Мансийске 31, в Нижневартовске 22. Еще в 17 муниципалитетах 13 и менее случаев. На момент выявления у 126 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 61 зафиксирована пневмония. У 10 человек коронавирус протекает бессимптомно. За сутки на COVID-19 в Югре обследовали 5265 человек. Коэффициент распространения инфекции на 0,01 выше единицы. Состояние 149 пациентов тяжелое, 113 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 374 человека. За сутки излечились 188 человек.